Во имя Отца и Сына и Святого Духа. У нас проходит серия бесед, вопросы-ответы, записи, которая называется «Во свете Библии». То есть, что об этом говорит Святая Библия? Открытым оком. Я думал, сегодня уже ничего не надо будет говорить, и вдруг, вот, показано, админ, дата, вторник, сегодня, ну, то есть сегодня 9 апреля 2013 года. Время сейчас у нас по-барнаульски 4:45 вечера. Николай Негоголь, некрещенного атеиста Андрея Панина, отпел настоятель храма святителя Николая в Троекурове, протоиерей Александр Немченко. Здравствуйте, Игнатий. Хотелось бы послушать вас комментарий по этой теме. Ну и вот я высвечиваю, где это можно смотреть все. Русская линия. Я могу даже щелкнуть ее, чтобы показать, что это не выдумано, а что это действительно так. Вот она открывает ее, сейчас покажет как. Тут у меня загрузка идет, она немножко задерживает. Вот она как выглядит. Ну, кто если обращается, то поймешь, это так. Во время отпевания Андрея Панина я чувствовал, что он крещен. Это священник сказал. Вот. Этот Андрей Панин, он заявлял, что я неверующий, атеист, и мне это все ни к чему, что там говорят. А тут прилетел монах из Греции, там масло возливали. И вот люди, ну, желают услышать, как это выглядит, что это означает. Вот. Тут даже вот дальше какое интервью было крамольное. Но мое-то отношение по Слову Божию, по Библии. Вот я сейчас сел, быстренько напечатал, ну и прочитаю немного, а потом дам комментарии. Дело в том, что я привожу здесь 38 мест из Святой Библии. Это я приготовил где-то минут за 20 этот ответ, чтобы, ну, обоснованно это было. Не так, что я сказал, и мало ли что я сказал, пани. Вот. Хотелось, я говорю, вам услышать мое мнение, но я же буду отвечать только во свете Библии Святой. А это многим не понравится. Это не понравится, в первую очередь, православным, священникам, не понравится тому, кто отпевал. Что выше написано, вот они там дают комментарии, это все одним словом, четко и полно можно выразить так, что священник говорит, дьяволиада или чертовщина. Больше никак нельзя объяснять. Совершенно неверующий человек давал интервью, некрещенный, неверующий. В церковь, конечно, он не ходил, священников не любит. И он начинает его отпевать. Ну что тут можно сказать? Безумие. Притом безумие на высшем уровне, чем у простого народа. Куда мы пришли? А он говорил, да, это вот только Панин. А посмотрите, что делается. Патриарх там с часами, что есть. Лучше бы мусульманство принимали, хоть остаток народа спасся бы. Все погибает. Я не верю ни во что это. И с этим он умирает. Как умирает, еще вопрос решается. Там убили его или убился, что-то не поймешь их. Как с Березовским. Я отвечаю, что Бог говорит. Вот это главное важное. Иоанн 3:36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. В Сына, в Иисуса Христа. Что Он умер за Него, кровь пролил. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Он не верил, он засвидетельствовал. Ну, может быть, он плохо задумался, священник начинает. Я отпевал, мне как-то легко было, и все. А то разбойник. Этого попа нужно немедленно выбрасывать оттуда. Чтобы даже, как говорится, не вонял даже. Остатки веры православной не размазывал. И дальше комментирует, никакого отношения к Библии не имеет вообще. Поп неверующий, антихрист самый настоящий. И антихриста отпевает, это сейчас я вам покажу. Два антихриста встретились, а кто вокруг? Демоны, бесы крутятся. Это житие не какого-то Симеона Юродивого показано. Житие Макария Александрийского. Там показано, кто отпевает. Люди отпевают, попы идут, поют, а вокруг демоны колготятся, сыплют пеплом, вонючей водой из туалета поливают. Он говорит, а что это такое? Да то, будь они прокляты, эти христиане, дьявол говорит. Человека повинному всякой мерзости, сколько он развращал людей, играл артист, что он делал, а теперь его отпевает со святыми упокой. Дьявол ругается. Это житие святых. Но если сектанты не верят, то православные должны поверить. Человек всю жизнь издевался над святостью жизни своей. А после смерти дьявол уже разницы нет. Теперь
Вот у православных это сплошь и рядом. Начинают вокруг гроба колготиться, родственники что-то заказывают. Почему? А душа уже в аду. А она уже ушла в преисподние места. Теперь давайте деньги тратьте, колготитесь. Неверующий не увидит жизни. Не увидит. Он на мытарстве даже не дойдет до туда. Но гнев Божий пребывает на нем. Гнев. Он уже прижизнен он под гневом Божьим-то. Уже книга закрыта. Все. Последняя страница перевернута. И теперь начинает лгать, говорить, называть рабом. Он не был рабом. Помяни раба твоего. Ничего этого нет. Потоком идет ложь. Что, патриарх не знает про это? Или он такой же патриарх? Я не могу никак понять. Да он за это одно должен его теперь эпитемию поставить. А он даже никаких, я знаю, что ничего не будет. Почему? Это сплошь и рядом делают. Абортированных, которые причащают, принесите распашонку, в которой ребенок мог бы быть одет. Ну и причащают распашонку. Петуха зарыть надо возле храма, там шестом задеть его. Я знаю, священники рассказывают. Иоанна 5:24. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, верующий в пославшего меня, в Отца Небесного, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Вот кто. А кто не слушает, он не хотел слышать. Иоанна 6:47. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни. Зачем это все делается? Лютые безбожники, Господь сказал через Павла, войдут лютые волки, не щадящие стадо. Да открой, по которому ты смотришь, там везде говорится, что верующий был. Он ни разу, ну не крещен, ясно, что не причащался. Или он не слышал, что церковь есть. Он не был никакой. Ни сектантом, ни кем, а склонный к мусульманству. Прямо показывает. Я пишу дальше. И рядом каждому стиху из Святой Библии о вере прилагаются проверочные данные, а не воцерковленная блевотина с чужого кишечника языка. Все столы наполнены отвратительной блевотиной. Так говорит пророк. Иаков 2:17. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Иаков 2:20. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? У него не было ни веры, ни дел. Паяц, клоун. Иаков 2:26. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Это говорится о христианах. Даже у них вера мертвая. А этот не был христианином и не нуждался, и дал интервью, аргументы и факты. Перед самой смертью дал интервью. И священник, отпевающий, да, я знаю, ну, может, он не задумался, может, он там вроде картошку чистил, спросили о вере, он говорит, я не верю. А надо было ответить вот так. И он, священник, как колдун какой стоит, он, я чувствовал, что он крещеный. Что он там чувствовал, каким органом, какой демон ему нашептал это. Проверкой живой веры служат только и единственно слова Бога Иеговы и святых апостолов. А это все от единого Духа Святого. Второзаконие 11:1. Итак, люби Господа Бога твоего и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановления его, и законы его, и заповеди его во все дни. Вот это раб Божий. Он ни одного пункта нигде не выполнял, не нуждался. Это человек жил по своей воле. Да еще и умер, так вот, в пьянке. Второзаконие 11:22. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему. Ничего этого нету. Иоанн 14:15. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. А без любви Божией никто не спасется. Первые две главные заповеди – люби Бога, люби ближнего. У него не было ничего этого. Кто, Иоанна 14:21. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Не любил, не явился, никого ничего нет. Маскарад, балаган. Действительно уже не церковь, а как будто какая-то шарашка устроена. А тут бы сейчас такую панику подняли, высчитали всех этих священников, беззаконников, патриарха, навел такой шорох, чтобы от них только космы летели. Безбожники развращают святую православную веру. Они для них не еретики, а я это говорю по слову Божию. Я для них, ясно дело, кто? 1 Иоанна 5:2.
что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Они ему век не нужны были, этому панину. Дальше, а если будет иное лопотание безбожных лжепастырей, безбожных букарашек, то им всем, опять же, из Святой Библии анафема полновесная и навсегда, и даже тройная. 1 Коринфянам 16:22. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Маранафа. Ему анафема. А ему Царство Небесное, упокой Господи в обителях небесных. Но какая обитель? Что он понимает? Чулан поповский какой-то? Или туалет где-то общественный? Галатам 1:8-9. Но если бы даже мы, апостолы все вместе, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, вторая анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема, тройная анафема. Это попу анафема, тройная. И кого отпевал? Слепой слепого ведет, а тут и везти некуда, они оба в яме уже сидят. Помощи никакой такие не получают за гробом, ибо за смертью нет покаяния. Это говорит Иоанн Златоуст. А без покаяния нет спасения. Лука 16:25-26. Богач и Лазарь. Он хотел как-то изменить свое положение. Но Авраам сказал: чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей. А Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Так же и оттуда к нам не переходят. Зачем эта суета? Зачем этот обман? Кто имеет доступ до патриарха, сообщите ему, какие разбойники в рясах. Патриарх за все отвечать будет. Правящий архиерей отвечать будет за этого, кого он, по которых полагал, отвечать будет за этого разбойника. Это разбойник, лютый, кто отпевал его. 2 Фессалоникийцам 1:9. Ради вас, говорит, хулится имя Божие, которое подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа, от славы могущества Его. Лука 12:59. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь последней полушки. Ну, непонятно, что такое получки. Ну, считай, последние получки. Не выйдешь оттуда, то есть из ада, из преисподней. Не выйдешь. Потому что ты постыдился слов Господних, и он постыдится, Господь, когда с ангелом придет. Кто отречется от того, он отречется. Этот человек вообще не хотел слышать. И тогда снова увидите, Малахия 3:18, различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Он не верил, он не мог ему служить. Какое поношение вере православной? Волки лютые священники. Ни один еретик, ни один безбожник не принес такого вреда, как сами служители. Люди-то видят это все. Были бы деньги, любого братка похоронят в пещерах псково-пещерских. Сколько об этом пишут-то? А он говорит, что православие-то, оно все кончается, что я туда пойду-то? Может, к мусульманам дело другое. Матфея 25:46. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Он не верил ни в то, ни в другое. Демоны, говорит, веруют и трепещут, бесы. У него вера была хуже бесовской, у этого панина. Бесы трепещут, а он даже не боялся. Ну нет ничего, и все. Ему церковь не нужна была, Христос не нужен был. Псалом 48:15. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и на утро праведники будут владычествовать над ними, сила их истощится, могила жилище их. Псалом 49:22. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющим. Восхитил, то есть оторву от этой жизни основы. Вот с ним так и получилось. Без покаяния, без примирения с ближними, совершенно отверженный. Как он умер, никто не знает. 2 Коринфянам 5:9-10. И потому ревностно, не просто как-нибудь, а ревностно стараемся, водворяясь, то есть живя в этом теле, или выходя вот из этого тела, быть Богу ему угодными. Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому. Кому непонятно слово «соответственно», посмотрите в словарь, что оно означает. Соответственно тому,
Что он делал, живя в теле, доброе или худое? А теперь за него пытается что-то сделать, заплатить деньги. Это уже не соответственно. У церкви определенные правила. Что был верующий, ходил, причащался, исповедовался, рабом Божьим был. И то все еще, говорится, велами по воде написано, помогает или не помогает. Потому что не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. И тогда каждому будет похвала по его труду. У католиков, у тех понятно. Заплатил деньги, он видит, что вылез уже из ада, чистилище. Здесь ничего нету. Только деньги одни взял в карман и все. Питаются грехами народа священники. 1 Петра 4:5. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ответ придется этому попу давать и тому, который без покаяния умер. Артист. 1 Царств 2:3. Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших. Ибо Господь есть Бог ведения, и дела у него взвешены. От слов своих человек оправдается и осудится. Вот отпевал, махал кадилом, говорится, чертей радовал, демонов ублажал. А дьявол проклинал такого попа и говорит, человек, который вообще не верил в Сына Божия, не омытый кровью его святой, верой не принял Христа, отверженный был. Колоссянам 3:25. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Что он был знаменитый артист, и он покажет, да, я был артист, поэтому простите, пропустите. Ефесянам 11:9. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего, и по ведению очей твоих. То есть, что хочешь, то и делай. Ешь, пей так, чтобы гора бутылок, говорит, и голых женщин сзади было. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Какие ты роли играл, зачем ты там был, кривлялся. Екклесиастам 12:14. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Он не верил ни одному слову, ни Библии, ни... Если бы верил в Библию, он бы уверовал во Христа. Давайте это Льва Толстого отпевайте тогда. Ефесянам 6:8. Знай, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. Что он сделал-то? Вот дело Божие, чтобы верили в того, кого он послал. Это делом называется. У него не было дела. У него вера была хуже бесовской. Бесовская вера – это у верующих. В первую очередь у православных. Потому что, говорит, вера без дел мертва. Ты веришь – хорошо делаешь. Но и демоны веруют и трепещут. Галатам 6, 7, 8. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Этот человек сеял только в плоть. Он и душу не признавал. У него ничего не было. Бытие 18, 25. Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым. Чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Как это? Люди старались там в монашестве день и ночь молились, трудились, смирялись. И человек вообще ничего не признавал. И обоим Царство Небесное. За кого вы Бога-то считаете? Наверное, за соседа своего, с которым выпивали. Исаия 3, 10, 11. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Ему горе. Он не верил. К отцу Амвросию Юрасову подошла одна и говорит, папу бы отпеть надо. Он верующий был. Да нет, он коммунист был. Говорит, а я при чем здесь коммунист? Ну, я ж дочь его. Ну, я что могу сказать? Ну, пусть коммунисты соберутся, хоронят. Он в Ленина верил. О, он Ленина любил. Ну, пусть вокруг памятника обнесут три раза. И каждый раз, как обнесут, и гробом в памятник ударят. Еще обнесут, еще долбанут. Еще один раз, еще шарахнут раз. Ну, и в ад вместе пойдет. Вы делаете то, что делали в жизни. И смертный сейчас заказываете. Не ломайтесь. Иов 34:11. Ибо он по делам человека поступает с ним, по путям мужа воздает ему. Я привожу десятки мест Писания. Тот, кто вот это безумие делает над неверующим, отпевает и прочее это, он не может ничего сказать, кроме того, что он безумный. Горящие угли на голову ему собирается.
Иуда 11:14-15. О них пророчествовал Енох, 7 от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми, обличить всех между ними нечестивых, во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Везде грозные, страшные слова. А то Бог никого не наказывает. А это кто наказывает? Какого-то Бога, другого нашли? Вы спросите даже мусульман, скажите, человек, который не верил, он одинаковую участь получает за гробу по их учению-то. Я Кораном специально занимался и вижу, что одинаково верят все, что есть возмездие за гробу. Это египтяне верили так. А неверующий он никто, он хуже скотины. Матфея 16:27. «Ибо приедет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Вот тогда он и получит свое. А не то, что поп ему пожелал. Языком он стоял, молол, и теперь это как-то зачтется, и Бог не может не принять слова этого безумного совершенно человека, который топчет заповеди Божии, который обольщает людей. Ему тоже деньги дали обязательно. А вот родственники стояли, они же пришли, отпевали. Он дурной поп-то совершенно. Он как сумасшедший говорит-то. Какой-то монах, а зачем бы монах прилетел с Греции? Да такой же демон притащил его, этого монаха. Он и собрал вокруг себя это скопище беззаконников. Матфея 10:32. «Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, того и исповедую я перед Отцом моим Небесным. А кто не исповедует, от того и он отречется». Он его исповедовал? Проповедовал? У него будет одна участь упанена, как и у апостола Павла. 1 Иоанна 4:15. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. А где Бога нет, там ничего нет». 1 Иоанна 4:3. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире». Это человек Антихрист. И который отпевает, это тоже Антихрист, но прийти слов Христа идет. 2 Иоанна 1:7. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и Антихрист. Да сохранит нас Господь от жизни без Христа, от смерти без Сына Божия Иисуса Христа и от таких попов безбожных, которые идут вопреки Слову Божию. Аминь».